один раз слышал вашу радиопередачу, да? Я набрал в трех банках кредитов, набрался. Давай, я брал, а что делать? Правильно делал. А теперь не отдаю. Ну, а теперь смените фамилию. Нет, это не будет. И место жительства. Ну а серьезно, чем закончить? Я вам серьезно. Поедете в Молдавию, смените фамилию, проедете в Украину обратно. Но не здесь менять. Бомбовый выход. Вот надо его рекламировать. Заемщики просто поменять. Лучше потратить деньги на смену фамилии, чем платить банку. $2000 Ты еще меняет фамилию. Все, тебя нет.